19 января 2011 года указом президента Российской Федерации было создано Следственный комитет Российской Федерации. В данный момент Следственный комитет Российской Федерации подчиняется непосредственно президенту Российской Федерации, не входит ни в одну структуру госвласти. До 2011 года в Следственный комитет входил в состав органов прокуратуры. С 2011 года идет отчет как самостоятельная структура Следственный комитет Российской Федерации. Сотрудники Следственного комитета занимаются делами различной категории сложности. Это убийство, изнасилование, все должностные преступления, коррупционные, экономические составы, преступления в отношении несовершеннолетних. Категория дел очень различна. Сотрудникам желаю только здоровья, успехов, удачи, чтобы все дела заканчивались исключительно приговорами судов.